Мама будет сама готовить коктейль. Коктейль мама будет сама готовить. А мы будем сами вместе будем делать гамбургер вкусный. Гамбургер вкусный? Да, я люблю сладкий гамбургер с вот этой штучкой. Да? А тебе какой был вкусненький? Мне? Да. Ну, у меня со всеми вкусненькими штучками. Вот, и с салатом, и с луком, и с колбаской, и с огурчиками, и с помидорчиками. Молодец! Молодец. А что маме понравилось? А маме все понравится. Да? Какой маме фрукт чуть-чуть понравится? Не знаю, какой маме фрукт понравится. Чуть-чуть. Сыр! Сыр! Да! Здорово. Мы все фрукты рассказали, какому-то человечку нравится. Да? Да. Мы так и поделили все фрукты. А что Алисе понравится? Вот это булочки, вот это и вот это. А тебе? А мне понравится готовые уже. Готовые? Да, бутерброд, бургер. Да? Да, готовый мне уже понравится. Вам я буду щипать. А вы будете полностью их кушать. Хорошо. Да. Такая идея. Интересная идея у тебя, да, такая? Ну, здорово. Что Алиса делает? Я трогаю. Трогаешь? Да. Они так танцуют. Танцуют? Да. Ну, здорово. Ну ладно, что, начнем делать бутерброды, да? Да, надо взять булочку. Да, сейчас подожди, сейчас Егор придет и начнем делать бутерброды, хорошо? Пап, я буду вот это делать, самый вкусный вот это. Да. Да, колбасой.